жара была, вот как летом этим в Москве. Когда, что в поезде хочется, когда очень душно и жарко? Водки. И я выхожу на одной станции и говорю проводнице, я за водкой сбегаю. Она говорит, такая злая, наша. Говорит, поезд стоит 4 минуты. Я говорю, я тебе 2 бутылки дам. Только наша могла ответить, беги, буду держать поезд. Че там коня на скаку? Поезд держать. Наша баба, она стоп-краном может работать. Я принес водки довольно много, кошелку целую. Ей дал 2 бутылки и 3, говорю, отнеси машинистам. Все равно поезд по рельсам едет, не свернет никуда. Только наша могла вернуться, а только от наших машинистов и сказать, просили передать, остановят в любом месте.